И всем привет, ребята! Вот и наша новая серия по игре Badlanders. И сегодня, как обычно, пойдем и попробуем открыть оранжевую дверь, в надежде, что мы окупимся. Поэтому всем приятного просмотра, устраивайтесь поудобнее, погнали! Ну вот, мы уже, в принципе, в центре карты, поэтому ждем, когда кто-то где-то начнет стрелять, и сразу отправимся туда. А вот, кстати, уже первые выстрелы. И они, по-моему, с той стороны, откуда прибежал только что я. О! На горе какой-то замесик, который даже видно отсюда. Ну, я думаю, мы сейчас сразу там окажемся и постараемся забрать того паренька. Серьезно? Я ему дал тело и голову, он как бежал, так и дальше бежит. Мне кажется, зря мы по нему сейчас начали стрелять, и лучше мы бы подошли поближе. Вот теперь где он тут лег? Ну, в принципе, и так сойдет. Серьезно? Их тут оказалось двое? Ну и да ладно, все равно оба в лобби улетели. И, кстати, оба были с СМГшками. Точнее, с УЗИшками. Видимо, все-таки игроки поняли, насколько это мощное оружие. И как сильно оно стирает игроков, которые находятся с тобой вблизи. Серьезно, ты тоже с СМГшкой был? С УЗИшкой. Хотя это один и тот же класс оружия. Ну а так, в принципе, вроде бы чисто. По-моему, всех убили. Да, вот этот паренек-то уже более-менее залутанный. Фиолетовая масочка, четвертая бронька. О, сайленс тапки. Неплохо. Надеюсь, хотя бы в одном бою они мне пригодятся. Потому что сколько раз я их не надевал, мне их тупо негде использовать. И, кстати, у нас еще одни сайленс тапки и выстрелы прямо перед нами. А если быть точнее, то именно там, куда нам надо отправляться, чтобы открыть дверь. Ого, сколько на ней эффектов висит, на этой СМГ-хе. Ну и ладно, все равно брать не буду. Потому что я 100% уверен, что сегодня мы должны вынести оружие лучше. Потому что мы как минимум откроем дверь. А сколько раз я ее не открывал, там всегда оружие, ну, прям с достойными обвесами падают. И как-то раз, помню, выносил оттуда скорельку. И, по-моему, если я не ошибаюсь, то там одних обвесов у меня получилось на 100 с лишним тысяч. Хотя она была всего лишь фиолетового качества. Просто дорогие эффекты. И довольно-таки редкие. Надеюсь, у нас получится сейчас аккуратненько и незаметно подойти, потому что всегда, когда я подбегаю к этому месту, боюсь, что кто-то вылезет на втором этаже и просто даст нас очередь. А мы, грубо говоря, на открытой территории. Даже спрятаться-то негде. Ну да. Как только мы сюда прибежали, сразу и шаги прекратились, и война прекратилась. Хотя нет, топот я уже слышу. Серьезно? Их тут опять было двое? Потому что этот парень явно не знал, что мы тут находимся. Немножечко прокосячил, немного натупил. Ну и да ладно, я думаю, это не совсем критично. Главное, что паренька мы разобрали. Еще и попутно убили какого-то левого парня, который просто поднимался по лестнице. Ну, кстати, лута у него уже неплохо. Все-таки он успел подлутать тут пару дверок и довольно-таки много собрал компонентов. Хоть они и самые дешевые, но тем не менее, хоть рюкзак набьем. Ну а так тут, видимо, тоже была какая-то заварушка, и мы явно сюда не успели. Ладно, тогда сгоняем сначала на машину, а потом уже будем пытаться открыть нашу дверь. Потому что вдруг нам сейчас с машины М4 упадет, или та же самая карточка для открытия. Поэтому я стараюсь всегда не пропускать машины и сразу отправляться их лутать. Да и плюс, сколько раз у меня было такое, когда бежишь, открываешь машину, а потом буквально через минуту начинают подтягиваться люди, и ты просто по КД их убиваешь. И еще фармишь тот лут, который они сами тебе приносят.
Да. Боты что-то явно спали. Ну серьезно, мы к ним подошли прям в упор. Они практически нам даже половину хп не сняли. А, понял. Максимально ущербный лут выпал с машины. Знал бы, никогда бы в жизни не пошел ее тормозить и терять свое время. Ладно, пусть хотя бы как маячок стоит для других игроков. Надеюсь, все-таки кто-нибудь сюда подойдет. Ну а пока пойдем полутаемся и постараемся открыть дверь. Ой, ну хотя бы сейчас с первого раза в окошко запрыгнул. А то что-то сегодня прям не идет у меня с этими окнами. И, кстати, она на втором этаже сегодня. Я думал почему-то, что на третьем будет. Так, АКМ. Ну, в принципе. Сейчас посмотрим. Посмотрели. Мне кажется, хуже еще не падало. Ну, серьезно. Самый плохой лут, который я доставал из этой двери, из того большого ящика с броней, это, по-моему, третий рюкзак и четвертая бронька. Сегодня мы поставили новый антирекорд. Третья маска и второй рюкзак. А что дальше? Первый рюкзак будет падать. Ладно, хорошо, что хоть карточки в этот раз я покупал не по 150 тысяч, а по 90, по 100, по 105. Из магазина призм. Сейчас по-быстренькому залутали все и, наверное, отправляемся на машину, потому что, по-моему, я оттуда слышал выстрелы. Надеюсь, что там еще остались люди, и мне не показалось. Потому что я точно не успел понять, с какого направления он был. И где тут наш игрок? Неужели мне показалось? А, нет, вон по горе уже кто-то бежит вдалеке. Точнее, по полю. Причем бежит и подлагивает, потому что у меня сейчас пинг вроде более-менее. А, нет, уже 500. Понял. Понял, принял. Не знаю, почему в этой игре так сильно скачет пинг. Иногда вот прям играешь 60-80, а иногда вот какие-то резкие скачки, и я не понимаю, почему это. Нифига себе паренек нам выдал. Серьезно, он, грубо говоря, прям практически сбрил нас. Хотя инициатива была в наших руках. Просто парень четко вышел и, скорее всего, попал разочек в голову и пару раз в тело. Но прям очень годно парень зашел. Почаще бы такие враги попадались, потому что здесь бывает зачастую ты играешь, и тебя прям вот максимально к новичкам кидает. Вот у меня много раз такое уже было. О, а это-то откуда прилетело? Серьезно? Просто прилетел рандомный молотов. И неизвестно откуда. Это значит, что у нас тут как минимум двое сейчас находится. Теперь будем бегать как дурачки и искать, откуда он прилетел и кто это кинул. А нет, уже не надо искать. Он сам себе спалил. И тут же получил тело, голову и улетел в лобби. И смысл был кидать в меня молотов. Тогда бы уж лучше гранату кинул, тогда бы он нас точно убил. А молотовым он даже нам хп не успел снять. Ну, кстати, уже у этих пареньков неплохо лута. Я бы даже сказал, очень неплохо лута. И патроны как бы есть неплохие, зеленые, я сам с ними постоянно играю. И зеленые, но весьма дорогие компоненты. В принципе, что еще надо? А у этого паренька так вообще были синие патроны. Не, я просто помолчу, ребят. Даже долутать не дает. То один, то другой. А, ну все, мне кажется, у паренька ноль вообще вариантов. Ну да. Он даже не успел нам ни разу попасть. Пятая броня.
Фиолетовая М4? Серьезно? То есть чувак накопил на фиолетовую М4, грубо говоря, на пятый бронежилет. И не смог нас зажать, когда мы сидели и его не видели. Блин, ребят, ну я прям, грубо говоря, в шоке. Вот серьезно, сначала одно тело кидает мимо молотов, вообще непонятно куда, и даже нам хп не снимает. Потом прибегает какой-то заряженный тип с М4 и в топовой броньке, и также нам не снимает ни капли хп. Ну у этого еще больше лута, я просто даже не знаю, куда что пихать. У этого компонентов нету, зато шмоточками очень даже много. И пришлось выкинуть наш АКМ. Единственный плюс, АКМ у нас застрахован, и он 100% после боя в течение часа нам вернется. Поэтому АКМ, грубо говоря, будем все так же приплюсовывать к нашей стоимости, когда мы будем выходить из матча. Надеюсь, хотя бы теперь мы сможем просто побегать и полутаться. Потому что перестрелки перестрелками, ну а полутаться-то тоже хочется. Вдруг мне какие-нибудь там дорогие компоненты упадут, или обвесы на оружие какие-нибудь топовые. Например, недавно бегал и лутал свое самое любимое здание, которое в центре карты находится. И оттуда рукоятка фиолетовая упала, я даже внимания не обратил. А потом просто нажал на стоимость, и она оказалась продается от 120 тысяч. Потому что на ней было 3 эффекта, 2 из них золотые. Ну я, понятное дело, недолго думая, сразу на продажу ее и выставил. Не прошло и час, как у меня ее купили за 100 тысяч. Семь минут до конца боя. Я думаю, нам как минимум этих минут должно хватить, чтобы мы залутали это здание. Потому что оно какое-то наполовину лутанное, а наполовину не залутанное. Видимо, паренькам было намного интереснее постреляться, чем побегать и полутать. Вот много раз такое замечаю. Вот когда я с кем-то стреляюсь, у меня это обычно занимает, ну, секунд 10-15. Ну, 20, если там паренек убегать начинает. Зато, когда кто-то другой стреляется, это у них может чуть ли не полбоя занимать. Бегают, что-то там стреляются, убегают, кидают гранаты и прочее, прочее, прочее. Ладно, посмотрим на нашу удачу и узнаем, что нам подарит синий ящик. Ну, кстати, синий ящик неплохо так выдал. Топовый компонент, правда, он стоит всего лишь 2500, но тем не менее, уже приятно. И какой-то опять рандомный трупик. Все-таки, видимо, в этом здании было что-то интересное, пока мы воевали там где-то на горке. О, еще один синий ящик, неплохо. Еще и с первого раза открылся, еще и четвертую броньку подарил. Ну, прям неплохо. Мне интересно, третий синий ящик найдем в этом здании или нет? Потому что максимум я находил всего лишь 3 ящика за здание. Да ну, просто в соседней комнате стоит третий ящик. Ну хотя бы с первого раза не открылся. А, ну да. А отсюда топовые патроны падают. Не, ребят, прям в этот бой мне очень зашел. А я еще и заходил, блин, ну, грубо говоря, на расслабоне и даже не думал запись включать. А потом такой, да дай на всякий случай тыкну эту кнопочку и пусть она записывается. Потому что я заходил всего лишь в четвертой броне. Я даже не думал, что у нас настолько классно получится что-то снять. А тут и топовые патроны, и топовая бронька, и М4 фиолетовая, что довольно-таки редко среди игроков. Потому что М4 в принципе редкость для многих. Не знаю почему, она не так дорого стоит. Так еще и на фиолетовых обвесах. Я вот думаю, стоит ли нам подняться повыше... Или стоит в соседнее здание сбегать? Как бы 4 минуты, мы еще немного успеваем. Выход у нас не так уж и далеко. Ну а тут, по-моему, уже... А, нет. Я думал, все везде закрыто. А тут уже половина дверей пролутаны. Как и ящики, в принципе, тоже. А тут вообще ящика нету.
Смысл разработчикам добавлять пустые комнаты? Ну, серьезно. Тут настолько мало лута иногда падает, что мне кажется, даже если в каждой комнате будет по ящику, и то ты не нафармишь. А тут компоненты дорогие, не залутаны. Странные все-таки пареньки попадаются. Ладно, у нас остается чуть больше 3 минут, поэтому пойдем и по улице побегаем. Может быть, там получится что-то залутать. Потому что тут, ну, все, вот прям везде все залутано. Сейчас, наверное, залутаем тот дальний ящик, потом в гараж, который стоит рядом с этим зданием, и на ближайшие кемпы через дорогу. И оттуда уже пойдем на выход. Я думаю, мы должны успеть. То приятное чувство, когда тебе падают синие патроны, а ты их не берешь от того, что у тебя уже более дорогих предметов много. Это ли не кайф, да? Я думаю, за этот бой у нас тоже получится вынести крайне достойную сумму. Так даже если прикинуть, то по игровым меркам, которые поставит игра, ну где-то может 1080, мне кажется, 90. А если продавать на рынке, то это опять улетает за 100, за 150 тысяч. И так, грубо говоря, каждый третий бой у меня получается заходить. Хотя иногда кидают киберкотлетам, которые в первой броньке бегают и уничтожают тебя, даже если ты зайдешь там в пятой на топовых патронах и еще и перестреливать их будешь. Серьезно? Еще одна четвертая бронька, которая вообще просто тупо стоит. Ладно, тогда поступим хитрым методом. Выкинем застрахованную броньку, и она нам 100% вернется. И, грубо говоря, мы уже АКМ свой вернем и бронежилет свой вернем. Прям идеальный фарм. Еще и, по-моему, рюкзачок у нас вернуться должен, если я не ошибаюсь, или нет. Не помню, по-моему, мы вначале скинули 3 предмета. Или тапки ли нам вернутся. Ладно, у нас остается чуть больше минутки. Бежим на выход и будем смотреть, сколько у нас получилось вынести за этот бой. Даже не считая того, что, по сути, с двери мы опять не окупились. Прям очень сильно не окупились. Но в этот раз не обидно, потому что я покупал карты дешевле. А вот с игроков мы опять подняли прям, ну, тонну лута. Надеюсь, никто не будет сейчас сидеть и поджидать нас. А то будет прям, ну, очень обидно потерять на последней минуте топовую М4 и топовый бронежилет. Хотя, если бы кто-то был, он бы уже давно по нам начал стрелять. 7 убитых. И 110 тысяч прибыли, серьезно? Я что-то как-то вообще недооценил, что настолько много получится вынести. Ладно, ребят, на этой доброй ноте тогда будем заканчивать. И не забывайте оставлять свои комментарии и прожимать лайк. Ну а я, в свою очередь, как и раньше, теперь буду снова отвечать на ваши комментарии. До новых встреч, ребят. Пока.